Вчера было событие такое, закрытая встреча с профессором Дмитрием Валерьевичем Соловьем. Так и знала, Савик, рассказывайте. Ну, слушайте, я вам расскажу, конечно, да, но все, что я говорю, это со слов профессора Соловья. Значит, Путин, в принципе, не доживет до конца этого года. Это сказал консилиум врачей и сказал это прямо Путину. А последний консилиум был несколько дней назад, и врачи даже были удивлены, что он еще жив. И вообще-то, по идее, он даже октябрь не должен пережить. Вот, да, вот эта ситуация с Путиным.